Как мне все исправить, а? Я сделаю все, что ты скажешь. Ну, хочешь, я прямо здесь сейчас умру? Или как там? Стрип-шоу? Хочешь, устрою его прямо здесь? Только скажи. Я могу. Давай, давай, давай. Да, давай. Да, хорошо. Хорошо, валяй. Да, чего ты хочешь? Стрип-шоу. Чего? Сейчас? Здесь? В такой мороз? Что, не можешь? Тогда я с тобой больше не разговариваю. Уяснил? Саджин! Саджин! Эй! Саджин! Стрип-шоу. Кан Саджин! Да что, блин? Что он творит такое? А что? Ты же сама мне сказала. Что? Что? Давай тоже, давай. Меня ж только что выпустили. Черт, как холодно. Саджин, с тобой все в порядке? Что плохого в том, чтобы дать пощечину извращенцу, а? Согласны? Да. Он это заслужил. Как ты можешь отказываться от своей мечты из-за такого, как он? Ты скоро найдешь работу еще круче. Не переживай. Верно. Да. Пожалуйста, взбодрись. Взбодрись. Он прав. Вперед. Вперед. Она улыбается. Ну что, полегчало, да? Получила. Быстро одевайтесь. Да-да-да, одеваемся. Да-да-да. Вы чем тут занимаетесь? Бежим! Это не то, что вы подумали. Мне понравилась сцена возле полицейского участка. Да, стрип-шоу? Да. Это было... Было очень холодно. О, видимо, да. Видимо, это правда. Эта сцена была последней. Все очень устали. И съемочная команда тоже. Эта сцена должна была быть трогательной. Но актерам пришлось снять одежду. Я помню, как они бегали кругами, чтобы согреться. Эта сцена была такая горячая. Точняк. Многие зрители сказали, что хотели бы таких друзей, как они. И я бы тоже хотела. Я считаю, что эта сцена отлично объединяет все, что есть в смехе Вайкики.